Центральную часть экспозиции занимает почти 4-метровый арт-объект «Котик Сочи». Этой темой автор увлекается на протяжении 5 лет. Он был удивлен обращением сочинцев к котам. Здесь, по его мнению, они живут вольготно и их все любят. Идея подготовить выставку возникла в прошлом году, но с названием возникли трудности. Когда я людям спрашиваю, девочки, цветочки, котики, как, нормально? Говорит, это не серьезно, так нельзя называть, что это нехорошо. Я мучился, а потом говорю, нет, я так назову. А все говорят, ну и правильно, хорошо. То есть людей не поймешь. Зато работы автора вполне понятны. Девишев специально делал графические рисунки девушек и котов на больших текстильных панно, чтобы каждый мог разглядеть в них характер и манеры. Кстати, черно-белые композиции выбраны специально, а по мнению художника, в жизни и так много цвета. Отмечу, что картины Девишева хранятся в частных и музейных собраниях России и за рубежом, а эта экспозиция в художественном музее будет доступна для просмотра до 2 июня.